Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем! После многих месяцев молчания вдруг объявилась старшая дочь Анастасии Заворотнюк. Что стоит за бурной деятельностью наследницы звезды комедийного сериала «Моя прекрасная няня»? Как только стало известно, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна, все ее близкие муж, прославленный фигурист Петр Чернышов, старшие дети Анна и Майкл, мать Валентина Борисовна, ушли в глухую оборону, отказавшись комментировать любую информацию о состоянии артистки. Между тем, по последним данным, Анастасия Заворотнюк проходит лечение в одном из подмосковных реабилитационных центров. Якобы у звезды комедийного сериала «Моя прекрасная няня» парализована правая сторона тела из-за опухоли. Эти данные могут быть ошибочными, однако пока родственники артистки не опровергли их. Внезапное появление Анны Заворотнюк в сети, как гром среди ясного неба для поклонников актрисы. Они на протяжении многих недель молили, спрашивали, критиковали и даже ругались, не получая ответа на вопрос, как себя чувствует Анастасия, в аккаунте, посвященном артистке. И вдруг ее старшая дочь начала постить новые фото, делиться эмоциями, размышлениями, наблюдениями. Она даже начала беседовать с фанатами. Наблюдательные журналисты немедленно заподозрили, что тут что-то не так. По их мнению, неспроста Анна начала каждый день делать публикации в Инстаграм. Они заметили, что с тех пор, как Аня вышла из тени, аудитория ее аккаунта выросла почти на 10 тысяч подписчиков, с 85 до 94,8 тысячи человек, а также появились контакты менеджера и даже первые рекламные публикации. Как выяснил сайт «Комсомольская правда», расценки на рекламу у младшей Заворотнюк пока скромные. 50 тысяч за публикацию в ленте и 15 тысяч за сторис, сообщил репортерам менеджер Анны. По всей видимости, ради спасения матери Заворотнюк решила развивать свой аккаунт в сети. Говорят, деньги семьей сейчас очень нужны. Дело в том, что единственный добытчик, фигурист Петр Чернышов, пока в вынужденном простое, отмечает издание. Лишь в конце года у него запланированы выступления в ледовых шоу. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!